Уже более 10 лет прошло от начала сотрудничества медиков Брестской областной больницы и госпиталя Бяло-Подляски. За спиной успешно реализованный первый проект – оказание кардиологической помощи в белорусско-польском приграничье. Обмен опытом, двусторонние визиты, постоянное общение. Поэтому польских коллег встречают в Бресте как добрых друзей. Сейчас к завершению близится уже и второй совместный проект. Сегодняшний проект, он относится к программе трансграничного сотрудничества Польша, Беларусь, Украина 2014-2020 и называется «Улучшение эпидемиологической безопасности на польско-белорусском пограничье». Еще в 2018 году была рождена эта идея проекта, вот название которого я сказал, то есть тогда мы каким-то шестым чувством, наверное, предполагали, что могут быть проблемы по инфекционной, именно по инфекционной отрасли. Вот. И было тогда предложено нами и польской стороной реализовать вот эту программу именно для того, чтобы улучшить диагностику и лечение пациентов инфекционного профиля. Та współpraca, та przyjaźń między dwoma... Для нас это сотрудничество является очень важным, ведь мы находимся по двум сторонам границы. И последний проект является ключевым, так как речь идет об эпидемиологическом благополучии в белорусско-польском приграничье. Обмен опытом, информацией, наработками – это должно служить нашим тесным связям, и этого требует время. В рамках данного проекта стоимостью свыше 2 миллионов евро за два последних года было закуплено более 70 единиц современного оборудования. И это не только средства Евросоюза. 30% финансирования, а это более 600 тысяч евро, выделил областной бюджет. Важно то, что по контракту медицинское оборудование в течение 10 лет не может быть использовано в коммерческих целях. Поэтому жители Бреста и Брестской области проходят диагностику и лечение с помощью новейшей техники абсолютно бесплатно. Одной из успешно выполненных задач проекта стало обследование более 3000 человек на гепатит С. И что интересно? Мы обследовали 3000 обычных брестчан и выявили 3,5% пациентов уже теперь с гепатитом С. То есть это люди, которые ничем не болели, считали себя здоровыми, а благодаря нашим скринингам мы установили диагноз, мы их обследовали и назначили лечение. То есть я считаю, даже ради этого стоило проводить этот проект. Для нас важно, для нашей лаборатории, как для централизованной лаборатории, это получить качественный результат и, в принципе, быстро отдать его врачу-клиницисту. До получения этого оборудования была проблема, потому что даже если мы выполняли результаты в течение одного дня, сами исследования в течение одного дня, то процесс регистрации плюс курьерская доставка, все это отодвигало временной промежуток. Сейчас жители Бреста, те, которые обращаются в поликлинику, могут получить результат, жители Бреста, я имею в виду, поликлинические пациенты, врач поликлиники может получить результат в течение одного дня. На пике реализации проекта свои коррективы в него внесла пандемия. И что важно, Евросоюз отреагировал на вспышку коронавируса, выделив дополнительные средства. Если первоначально нам предполагалось из средств Евросоюза выделить 1,5 миллиона евро, то дополнительно мы получили для того, чтобы мы оказали помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, дополнительно еще почти 250 тысяч евро. И за эти деньги дополнительно мы как раз таки купили оборудование для реанимационных отделений. Это современные аппараты искусственной вентиляции легких, которые и сегодня интенсивно работают и помогают пациентам. В ходе встречи стороны обсудили интересующие моменты и ход предстоящей видеоконференции, которая пройдет в конце августа. Также участники выразили общее желание продолжить многолетнее плодотворное сотрудничество. Уже в сентябре белорусскую делегацию пригласили на открытие онкологического корпуса в Бяло-Подляске.